Знаете, сегодня хороший день, потому что чем бы это все ни кончилось, это прям вот и то хорошо. Вот это просто эта история про жабу и гадюку, кто бы ни победил. Мы не будем жалеть ни о ком. И не будем никому радоваться, потому что тут останется победителем, но он будет сильно покусан, изъеден. В любом случае, вот это все показывает, что такое нынешняя Россия, что такое Путин. Вот это его поразительное совершенно обращение к нации. Лучше бы они и по-прежнему сажали бы там малину. Потому что вот это вот 1617 год, сплотимся. Это что, обращение лидера нации к нации? Кто-то там кому-то с кем-то изменил. В общем, можно подставить фамилию Шойгу. А можно любую другую. И вот это вот эзотерика. Главное не называть явление по имени. И тогда его нет. Не называем Пригожина, и его не существует. Сидимся в бункере. И він А так і не бункер в назвав бункере. жодного разу імені, так. Не назвал, так и не назвал. Совершенно позорное обращение, которое привело к катастрофе. Это же ты сам. Это же ты сам, скотина, все сделал своими руками. И еще в момент, когда тебе должно быть уже совсем страшно, ты продолжаешь бомбить Киев, ты продолжаешь бомбить Украину, ты продолжаешь бомбить города. Вот уже казалось бы, да, пора замаливать грехи. Ну вот пора. Вот сегодня тот день, когда пора думать уже, как тебе там на небесах будет житься. По-любому плохо будет житься, но уже сейчас прекрати. А вот еще интересный вопрос. Что-то нам Песков ничего не говорит про своего сына, о котором он говорил, что он служит бойцов в ЧВК «Вагнер». Интересно, как сейчас ему служится в ЧВК «Вагнер». Ну, конечно, в любую секунду любой из этих бойцов ЧВК «Вагнер», как и любой начальник колонии, откуда забирали бойцов, а это все, буквально все колонии России, сядет на 15 лет за наемничество, если победит Путин. Ну, а если победит Пригожин, то, я думаю, всех начальников сил перегрызут сами зэки, сами заключенные. Ну, и, в общем, конечно, ну, вы знаете, вот то, что происходит в России сейчас, ну, я вчера еще об этом не мечтала, если честно. Сейчас, конечно, очень хочется досмотреть до конца и говорить, давай, давай, давай жару. Ну, вот правда, тот самый день, когда любой исход, любой, любой, прекрасен.